получается статистическое среднее, значит, в связи с тем, что есть аргументическая гипотеза о том, что статистическое среднее и среднее по времени совпадает, ну, для случайных процессов мы ограничили это пределом, когда у нас процесс становится статическим, то есть когда сами средние перестают зависеть от времени, а всякие корреляционные функции начинают зависеть только от разницы, то есть только от там. Вот мы сделали вот такое предположение, что среднее по времени, давайте я его даже запишу, вот, предел, когда у вас время наблюдения стремится к бесконечности, вот, ну, допустим, от любой случайной функции, такой предел, единица поделить на время наблюдения, интеграл от нуля до t, в статическом пределе среднего статистического. У нас статический предел может сделать S стремится в статистическое. Вернее, между собой. Ну давайте еще для коррекционных функций запишем, чтобы понятно было. И для коррекционных функций абсолютно величина.
кубика Т, Д, Ой. Ну, изучаю вот такое. Так, сразу давайте договоримся. Вот два по-разному можно относить. Давайте договоримся, что в дальнейшем мы будем стараться все время вот, с единицы на 2 пи писать, когда вот здесь вот интегрируем по частоте стоит. И наоборот, не писать никакое 2 пи, когда будет интегрирование по времени. И точно так же с импульсными координатами. Перед интегрированием по импульсам будет знаменатель 2 пи, по координатам не будет 2 пи. Ну просто это больше соответствует физике, выбору. В качестве затравочной волновой функции плоской волны. На самом деле в математике без разницы. Вы можете корень из 2π в том, в другом преобразовании написать, ну, просто переопределить куда компонент и все. Потому что конечный ответ тот же самый. Обратное преобразование. Thank you.
Так оно же не предел можно поменять. Что-что? И предел можно поменять, интеграл тогда. Как бы поменяем предел. Вот смотрите, минус перед домиком вынесите, пределы поменяются местами. Потом вы их обратно поменяете местами, минус попадет. Все нормально. Все интересно. Угу. Так. Равняется. О, смотрите. Вот. Как бы, а вот теперь интеграл под АТМ спокойно берем. Поскольку у нас есть представление где-то функции. Равняется. Единица на 2π. Также я не буду это дело выписывать. Ну, бесконечности. Е в степени. И он минус омега 4. Вводили вам такое представление объектов функции? Вот. И он непосредственно против. Интеграл вам теперь берется. Мгновенно получается дельта функция. Ну, давайте выпишем. Равняется единица на 2π. Вот одно 2π пропало, осталось только одно. Интеграл минус бесконечности d омега. Интеграл минус бесконечности d омега штрих. Вот. Снимаем интегрирование по омега штрих равняется. Бесконечности модуль на омега. Смотрите, вот это вот по сути
пределом, особенно если среднее от вас равняется нулю, то тогда вот это вот дело, это просто квадрат флуктуации, правда? А с другой стороны, после Фурье преобразования, вот какой смысл эсотомика имеет? Это фактически интенсивность процесса таких разложенных по гармоническим составляющим, приходящимся на область частот от омега поделить на 2π, да, омега плюс до омега поделить на 2π, да. Вот. Итак, эсотомика еще называется спектральной плотностью случайного процесса. И это важная характеристика. Но в электрических цепях чаще всего, естественно, меряют что-нибудь не по времени, а просто меряют характеристики, соответственно, фильтр какой-то ставит, выделяет частотную область и все. Естественно, набирает за определенное время наблюдения. И все. Поэтому даже Т, так сказать, большое известно, в общем, прямой сфограф и снимает соответствующую характеристику случайного процесса, называемую спектральной плотностью. Вот, давайте еще немножечко поработаем, давайте посмотрим, что будет, если мы так же попробуем подойти к коррекционной функции. Ну, допустим, АТ на АТ плюс А. Вот давайте прямо здесь буду переделывать на доске. Попробуем все то же самое для коррекционной функции. Ну, теперь интеграл переписываем. Интеграл. Значит, сейчас, соответственно, абсолютно точно так же делаем правую и левую сторону, делим на Т большое, на время наблюдения, и в бесконечности исправляем. Переписываем вот эту вот строчку. Переписываем строчку. На доске прямо это делаем. Средняя будет вот.
будем переписывать, но мы будем работать. Есть еще минусы, и последнее, воспользуйтесь. Два одинаковых интеграла беру. Делим пополам. Вот. А во втором интеграле делаем замену омега на минус омега на интеграл. Мгновенно получается следующий результат. Равняется. От интеграла в минус бесконечности и в бесконечности. С от омега. Под интегралом у нас возникнет e в степени минус и омега тал плюс e в степени. Плюс и омега тау пополам. Да? Это не что иное, как косинус омега тау. Здесь не что иное, как коэффициентная функция. Итак, это обратная косинус преобразования. В связи с ортогональностью функции косинус без проблем сделать обратное преобразование. Косинус преобразования. Делалось наверняка оно у вас на этом разе. Не делалось, тогда да, без проблем можете вот, как бы воспользоваться верно. Для реальной и мнимой части. Без проблем. Так. Значит. Итак. Важно соотношение по той простой причине. Сейчас мы продемонстрируем, как этим делом пользоваться. А пока давайте на доске. Вот как бы
отдельные случаи того, что мы с вами видели, просто попробовал спектральной плотности для конкретных процессов записать, которые часто встречаются. И сейчас тут же мы воспользуемся. Ну, давайте попробуем получить спектральную плотность для вот, коррекционной функции, которую мы вот здесь получили. Естественно, вас будет интересовать стационарный предел, потому что мы пользовались равенством среднего такого статистического и среднего по времени, значит, мы, естественно, подразумевали только стационарный процесс, то есть вот этот предел. Значит, у нас вот этот. Вот, давайте попробуем найти в стационарном случае, попробуем найти спектральную плотность для скоростей. VI. Итак, по определению, где у нас корреляционная функция есть D поделить на альфа, если не минус альфа там. Итак, пишем. Косинус преобразования равняется. Так. D поделить на альфа. Интеграл. Вообще говоря, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот. Но косинус функция четная. Вот. Значит, вот здесь вот видите, модуль tau стоит, функция четная, поэтому давайте перейдем к интегралу от нуля до бесконечности по tau. И двоечку вперед вынесем. Двоечку вперед вынесем. Модуль будем писать, посмотрим вообще машину. Косинус, омега tau. Вот у нас там будет e в степени минус альфа tau. Это равняется. Не буду брать интеграл, а как бы скажу, как его брать. Дважды берете по частям, у вас снова получится такой же интеграл. Ну, в принципе, достаточно очевидно. Потому что два раза производная от косинуса, снова косинус получится. Вот, получится ну, просто линейное уравнение, его решите, получите ответ. Сразу же для интеграла равняется. Давайте напишем модуль 2. D поделить на альфа. Так, альфа поделить на альфа квадрат плюс омега квадрат. Вот такой вот дворица. С шириной дворица на альфа, то есть как бы единица на время релаксации. Как вы назвали это Лоренца? Лоренца. Первый раз слышу такое. Ну как? Функция Лоренца, единица на пи там. Альфа поделить на альфа в квадрате плюс омега в квадрате. Это Лоренца по омега. При интегрировании дает единицу. Или единица на пи распределение такое. Вот с шириной, соответственно, по омега. Равный альфа. Часто встречающиеся. Два наиболее часто встречающихся распределения. Ну, конечно, наиболее часто встречается распределение Гаусса, а следующее распределение, которое очень часто встречается, это распределение Лоренца. Все. И, грубо говоря, Фурье-образ у него вот такая вот затухающая экспонент. Обратно. Это затухающий эксперимент. Все. Так. Ну давайте еще одну вещь попробуем. Вот у нас из чего сразу станет ясно название, почему мы вот этот коррелятор назвали коррелятор типа белого шума. Вот давайте теперь спектральную плотность для случайной синенькой. Давайте ее обозначим S. Давайте. Равняется. Омега. Равняется. Ну, косинус преобразования вот этой корреляционной функции берем.
И стоит дельта функция та. Интеграл снимается, получается ответ. Вот видите, спектральная плотность константа. То есть все частоты равноправно присутствуют. Да? Как в белом свете. У вас все частоты, все длинные волны присутствуют равноправно. Отсюда и название, соответственно, белый жук. То есть спектральная плотность равномерно распределена. Так. Ну вот, все у нас теперь заготовлено. Давайте еще раз решим уравнение уравнения. Мы просто увидим, как Фурье преобразование пользуется. Словно действительно полезно. Да, это и я.
Понятно. Это вот изначально случайный источник, мы про него знаем. Мы для него положили, что он сгрался, он с такой корреляционной функцией, и нашли, что от нее спектральная плотность, вот она, вот, 2D, если совпадает, индекс. Ну, естественно, как бы, если не совпадает, то 0, значит, D-D-E. Все правильно. Вот. А теперь с этого уравнения мы, наверное, сможем спектральную плотность до скоростей метра. И убедиться, что мы получим вот этот самый результат. Без проблем ищем спектральную плотность для скоростей. S, V, E, V, J, равняется. Ясно, что за это и идет, вы получите. Вот поэтому я его сразу сдвижу. Просто по определению, что такое спектральный блок. Мы с вами писали его. Сейчас объясню, куда у меня Т большой идет. Равняется. Пользуйтесь определением. Отсюда вы находите в ИТ от омега. Еще у нас в ИТ от омега будет поделить на
Альфа у нас получился просто как постоянно больше, чем температура, рифма, А сейчас мы еще раз увидим, что точно такая же связь будет, допустим, при тепловых шумах в электрических цепях. А именно флуктуации напряжения у нас будут напрямую связаны с сопротивлением как бы, проводника через температуру. Вот, давайте посмотрим. Это вот называется теорема Найквиста. Итак, давайте рассмотрим. Последняя фамилия еще раз. Найквист. Теорема Найквиста. Кратко. Сейчас вот совсем такое утрированное рассмотрение у нас будет на уровне совсем как бы, задачи, которые в принципе можно чуть ли не в школе решать так, с легкими предположениями. Вот, итак, будем рассматривать просто электрончики как классические частицы. Вот. Будем рассматривать некоторый проводник и посмотрим, каков в нем будет шум, какие будут флуктуации напряжения за счет того, что у нас электрончики двигаются тепловым образом. Итак, давайте смотрим. Давайте. Вот у нас вдоль оси X, вдоль оси X есть проводник. Отрезок проводника. Рисовальщик еще вот. Вот. Значит, смысл простой. Длина его L, вот, площадь сечения S, так, вот, плотность электронов в нем. M. Плотность электронов это общее число электронов поделить на объем, означает поделить на L и на S. Давайте попробуем сосчитать чисто формально ток в проводнике. Ну, что такое ток? Как записать, если классические электрончики рассматривать? Без проблем записать и так. Равняется. Заряд электрона на плотность электронов на среднюю скорость электрона доля оси Х. Как сосчитать среднюю скорость электрона вдоль оси X? Без проблем сосчитать. Возьмем сумму по всем электронам. Да? X компоненту скорости и первого электрона. Вообще говоря, она, конечно, зависит. Они там дергаются непрерывно во все стороны. Ну, поделить на число электронов, получите, конечно, среднюю скорость электрона. Только оси X. Все. Вот это мы получили плотность тока. Заряд на плотность электронов на среднюю скорость электронов. Домножите на площадь сечения, получите ток. Так, давайте немножечко. L у нас здесь маленький. Будет совершенно очевидно, где поделить на L. И здесь будет сумма по всем электрончикам. Давайте корреляционную функцию токов, напряжение в разные моменты времени запишем.
Не буду здесь писать тау, потому что тау у меня займет место времени релаксации. Длина как бы времени свободного проекта. Поэтому дельта пятого, значит, вот это и неудобно. Так. Подставляем. Что здесь будет? R в квадрате. Вот отсюда вот R, еще раз R, R в квадрате. Будет L в квадрате. Поделить на L в квадрате. Ну, останется корреляционная функция скоростей. Коррекционная функция вот такая вот. Где? Вот здесь вот сейчас дельта t зависит. Где, по сути дела, единица на f, это есть не что иное, как время релаксации, ну или время свободного проекта. Ну точно так же для электронов ясно, что вот так функционально вот такая вот зависимость. Вот это называется приближение свободного проекта. Более того, ясно, что вообще говоря, у вас разные электрончики почти между собой не коррелируют. А один электрончик, он вот коррелирует так, что он как бы помнит свою скорость, ну, на времени порядка, времени релаксации или времени свободного проекта. А за это время, более-менее, за время больше времени релаксации, он забывает свою скорость. Поэтому предположение делает о том, что у нас корреляционная функция скоростей является по следующему Дельта Т.
Что у нас здесь будет? Будет r в квадрате, r в квадрате, поделить на r в квадрате. У нас здесь будет отсумма по i. Возникнет n большое, потому что все мои в квадрате будут одинаковые. Для всех электрончиков n большое возникнет. Вообще говоря, vx в квадрате возникнет. Вот, а что такое vx в квадрате? Разумеется. Из общей физики классические частицы рассмотрим. МВХ в квадрате пополам. Чему равно среднему? КТ пополам. Значит, ВХ в квадрате есть КТ поделить. Вот, а теперь смотрите, что у
Он вот здесь вот кое-что так выглядит. КТ убираем. Mm-hmm.
немножечко с вами, но совсем чуть-чуть. Шума в электроцепях. Но на самом деле это огромная длинная нога. Всевозможный шум в электроцепях. Называется наукостатистическая радиофизика. Методы абсолютно вот все, которые я буду рассказывать. Ну, вот сейчас рассказывал и на следующем занятии рассказываю. Огромная и вполне уважаемая наука. Все. Дальше мы с вами не будем практически заниматься электрическими цепями, а обратно вернемся. Все примеры будем вести на примере броуновского движения. Вот. И так, на перерыв не пойдем. Да давайте уже немного. Ну, это уже дальше продолжим. Как только будет ближе дело к концу, так. Кончим. Вот фактически я вам рассказал весь кусочек, что хотел более-менее рассказать по поводу подхода, типа подхода Лонжевена. Вот. А теперь мы как бы перестроим весь подход. Я вам в самом начале говорил, что Эйнштейн рассмотрел теоретически первым броуновское движение. Вот сейчас мы с вами будем излагать подход Эйнштейна. Такой более фундаментальный подход к случайному процессу. А потом сразу же получим связь между подходом Лонжевена и подходом Эйнштейна. Оказывается, что вот задачу формулировать гораздо удобнее в подходе Лонжевена, ну, просто как стохастические дифференциальные уравнения, а вот решать их гораздо удобнее в подходе Эйнштейна. А мы между ними связь установим. И после этого как бы формулировать модель удобно в одном подходе, а решать удобно в другом. Поэтому давайте еще раз про случайные процессы. Вот так, следующий параграф. Это марковские случайные процессы и уравнение Чепмана и Мандельштама. Вот задача броуновского движения является вот просто частным примером применения общей теории случайных или статистических процессов, ведущих себя во время вероятностных опытов. Вот давайте пусть у нас есть случайная переменная. Она случайная, то вообще говоря, в каждый момент времени она может принимать любое значение из области своего определения, да? Вот. Ну, вообще говоря, с некоторой вероятностью. Вот, давайте вот так нарисуем. Так, один, два. Вот. Вот как-то вот так вот. В этом сечении. Совершенно общий случайный процесс.
Ну, первая характеристика, казалось бы, достаточно очевидна, вот исходя из того, что я нарисовал. Значит, первая характеристика – это в любой момент времени, здесь я единичку поставлю, распределение, то есть плотность вероятности принятия значения x в любой момент времени. Итак, это плотность вероятности в конкретный момент времени. Вот я вот распределение нарисовал. Значит, законный вопрос. Вообще говоря, для любого ли случайного процесса достаточно задания вот этой характеристики? Наверное, нет. Да. Совершенно очевидно, что нет. По той простой причине, что большая часть физических процессов. Вот, как бы вы можете сказать, что вот если событие вот такое-то произошло в один момент времени, то как бы в другой момент времени вы либо точно знаете событие, либо изменяется просто вероятность распределения. Понимаете? Есть корреляция между разными моментами времени. Они, конечно, на некотором времени сильно ослабляются, но, по крайней мере, на близких моментах времени они вполне серьезны. То есть, на самом деле, почти никогда не бывает так, чтобы у вас событие в следующий момент времени никак не было связано с событием в предыдущий момент времени. Поэтому, на самом деле, вот этого почти завсегда недостаточно. Вот. Правильно так сказать, потому что в физике никогда недостаточно. Вот. Поэтому, вообще говоря, необходимо вводить более сложные величины, и поэтому я вот здесь недаром поставил единичку. Это говорит о плотности вероятности в один выбранный момент времени. Вот. А надо вводить так называемые совместные вероятности, когда у вас задается вот такая вот плотность вероятности. Вероятности события, что в момент времени t1 величина x примет значение x1, ну, конечно, в кризисе величина x1, вероятность на dx1. Ну и, соответственно, что в момент времени t2 примет значение x2, величина x2. Ну, дальше, вообще говоря, надо вводить для произвольного случайного процесса более сложные величины, более сложные величины. И т.д. И вообще говоря, если случайный процесс достаточно сложный, то вообще говоря, вы должны разбивать временную ось на бесконечное число времен и вводить все более и более высокие совместные вероятности. Вот такие вероятности называются совместными. И вообще говоря, ну вот чисто математически, полной характеристикой случайного процесса будет вот следующий функционал. Функционал от функции, то есть как бы ставящий в соответствие функции число. Как бы число, да. Ну и если есть параметр, то новая функция этого параметра. Вот, значит, как бы знаете функционал? Функционал есть просто плотность вероятности того, что у вас вот конкретная реализация траектории произошла. Все это. Если вы хотите усреднить какую-то величину, то на самом деле вы должны производить функциональные интегрирования по всем возможным траекториям. Ну или на самом деле нахождение среднего сводится к функциональному интегрированию или интегрированию. Вот.
функционально по всем возможным траекториям. На самом деле, кроме гауссовских интегралов, такие интегралы никто брать не умеет. Вот. Поэтому необходимо отобрать такие индивиды случайных процессов, мы могли с ними работать. Но прежде чем двигаться дальше, немножечко хочу сказать просто про аналогию с квантовой механикой. Ну, вот у вас Маслина читал квантовую механику, вот он вот, прочитал операторный подход к квантовой механике. На самом деле есть другой подход к квантовой механике, фейменовский подход, где вообще нет никаких операторов. А есть траектории, такие вот как в классической механике. Ну, просто в классической механике любая траектория, уже говорят, в принципе, не имеет действия. Есть у вас, знаете вы, как бы, начальное положение частички, конечное положение частички, да? То есть траектория у вас зажата. Начально-конечный момент времени, ну, что соответствует просто заданию начальных условий. Вот, как бы. И вы однозначно можете сказать, какая будет траектория, исходя из того, что действие на этой траектории, траектория у вас такая, что действие на ней будет минимально. Так вот, квантовая механика соответствует тому, что у вас есть дозволительно любые траектории, но просто все они входят с некоторым резком. С некоторой амплитудой вероятности, не вероятности, а амплитудой вероятности, и амплитудой вероятности вот такая вот. И все. А входят все траектории, абсолютно. И надо вести интегрирование, вообще говоря, функциональное по всем возможным траекториям, вот с таким вот. Пожалуйста, есть такой подход. Вот. На самом деле, да, вот, ну а действие, как известно, у нас является функционалом, зависящим от самой траектории, ну, ее производства. Я вот помню, какие-то споры еще были, что какой из подходов правильный, вроде как-то потом доказали. Ну, оба правильных, оба дают абсолютно одинаковые результаты, в зависимости от удобства. Просто с помощью такого способа вы можете почти сразу же записать конечный ответ, математически абсолютно правильный, фактически для любой задачи, которая у вас встречается. Но просто довести до числа этот ответ вы никогда не сможете. Вот. А именно на самом деле человечество умеет считать только один вид функциональных интегралов, а именно гауссовые функциональные интегралы. Поэтому он вынужден к ним их сводить, вот, и тогда мгновенно возникает теория возмущения, которую вам рассказывает Ньютон. Вот, допустим, для задачи физики кондиционированного состояния. Ну, сейчас отдельная вида их считает Монте-Карло. Вот, как бы, все хорошо, за исключением того, что для фермионов там есть проблема знака, и для фермионов задача, к сожалению, опять-таки, для числа ответ сложно довести. А так-то вообще-то, на самом деле, вот, чисто математически, как бы, любая задача в квантовой механике просто записывается в виде, в компактном виде, абсолютно понятно математически, да, только непонятно, как это доводить до числа. Так, ну давайте двинемся дальше, собственно говоря, это легкое отступление, потому что вот мы ввели с вами, как бы, совместные вероятности. Нам надо, во-первых, определить их свойства, ну, чисто математически, потом ввести еще, так сказать, условную вероятность, а потом определить виды случайных процессов, которые мы сможем с вами рассматривать. Потому что общий, совершенно общий случайный процесс, он крайне сложно его рассматривать. Мы сейчас несколько упростим нашу задачу. Ну, значит, свойства совместных вероятностей сначала. Первое. Но, во-первых, очевидно, у нас плотность вероятности, то эта величина
любая стандартная вероятность есть величина больше или равна нулю. Вещественная и больше или равна нулю. Но не меньше единицы, по той простой причине, что это не вероятность, а плотность вероятности. Вот. Вот. Второе. Значит, вы давайте, чтобы особо не внимается, x и t, вот такую группочку, заменю на вот такое обозначение. Понятно, да, такое обозначение? На буквочку i. Вот. Обозначение такое сделано. То есть всю доску испещрю. Вот. Значит, m, m минус 1. Она вообще говоря симметрична относительно любых перестановок различных перемен. И на k, если вы поменяете, то конечно ничего не изменится. На самом деле формально порядок времен в этом выражении вообще говоря не важен. Но чаще всего мы будем писать с возрастанием времени до цвета. Так, то есть не изменяется. Не изменяется. Изменяется. При любой перестановке вот такой группы переменных. Так. Третье. Более важное для нас свойство. Из любых высших совместных вероятностей без проблем найти низшие. Один от
Тут называется условная вероятность, условная плотность вероятности, и смысл ее простой. Вот. Это вероятность того, что если в момент там, первой энты у вас значение переменной приняло там, x1, xn, вот, то в момент времени n плюс 1, да, значение переменной будет x, n плюс 1. Ну, вот. Если вы доложите на n, тогда это станет совершенно очевидно. Вероятность того, что у вас в первой n были какие-то значения, домножили на условную вероятность, получили, значит, соответственно, соответствующее значение во все моменты времени. Поэтому определение достаточно очевидной условной вероятности. Теперь свойства ее. Первое свойство. Вот. Интеграл d x n плюс 1. Обратите внимание, по времени никакого интегрирования нет. Мы как бы случайный перем... значение случайной переменной избираем по разному моменту времени. Одномоментная вероятность совершенно очевидна. Ну, одномоментная плотность вероятности. Да, да, да. Вот P1. Так, как бы. Вот, явным образом выпишу. От P плюс 1. Так, P плюс 1. Достаточно очевидно. Вот, тоже правильно ответ. Третье. Легкую номерочку нам было важно. Вот условная вероятность такая, как бы, лишь между двумя событиями. Вот такая. Она нам дальше будет важна. Х2 в момент времени t, х1 в момент тоже времени t. Равняется. Вот мы сейчас как бы вымерли такой процесс, что будет только вот такая. Вот такая условная вероятность важна между двумя моментами времени. Вот. И когда эти моменты времени совпадают, как вы думаете, какой ответ будет? Вот если в момент... Произведение вероятности. Немножечко подумайте. Если в момент времени t величина приняла значение x1, то в момент времени t она примет эту же. Какое она примет значение? Вот здесь получается дельта и х и 2. Дельта и 2. Вот как бы граничные условия, совпадающие моменты времени. Ну, тоже опять совершенно очевидно. Вот при совпадающих моментах времени совпадают случайные вещи. Все, вот.
Теперь, значит, осталось нам определить виды случайных процессов, да, исходя из тех свойств, которые мы с вами написали. Давайте 2 минуты я еще у вас займу, а уравнение Чепмана-Кондорова и на следующем занятии. Виды случайных процессов определим, а потом примерно как бы, с последним видом как бы, научимся работать. Но простейший процесс, совсем тривиальный, который никогда не встречается в физике, это процесс с полностью независимыми значениями в разные моменты времени. Ну, то есть, когда у вас Vm, единичка, просто распадается на произведение одномоментных плотностей и вероятностей. Будущее это n плюс 1, видимо, будет. Только, да. А все остальное не важно. Нет зависимости от него. Вот это определение макроса случайного процесса. Так. Ну и давайте все-таки выведем уравнение Чепмана Колмогорова, а еще как-то только процентов ровно. 2 минуты потратить, извиняюсь, чуть-чуть нет, потому что иначе мне свойство долго в следующий раз будет выписывать. Вот. Значит, как бы, чем такой процесс прекрасен? Вот он чем прекрасен. На самом деле любая сколь угодно большой величины совместная вероятность выражается лишь через вероятность переходов и одномоментную вероятность. Вот давайте посмотрим сразу же. Ну, допустим, P3, 3, 2, 1. Момент времени. 3, 2, 1. Равняется. По определению, что такое условная вероятность. Вот смотрите. Это дело есть в P3.2.1. Так, P2.2.1. Правильно?
А с этим словом работаем, пользуемся условной вероятностью. Thank you.
переход идет через... Для того, чтобы вам найти вероятность перехода между точками Т1 и Т2, вам надо выбрать промежуточный момент времени, да, между ними и проинтегрировать по всем возможным значениям случайные перемены в промежуточный момент времени. То есть любой переход осуществляется через промежуточный переход, через промежуточную точку, через любые варианты промежуточной точки. Да? Все. Вот принцип суперпозиции. На самом деле в квантовой механике абсолютно точно такой же принцип суперпозиции, но только здесь это плотность и вероятность, положительные вещественные величины. А в квантовой механике это амплитуды вероятности, как бы комплексные величины, ну, про которые, конечно, нельзя сказать положительные. Там в некотором смысле сложнее. Все. Давайте закончим. Просто в следующий раз мы из этого уравнения страшного интегрального выведем дифференциальный, который можно выполнить. Ладно, здесь мы будем.